В минувшие выходные в Видновской детской школе искусств проходил 4-й открытый фестиваль «Парад ударных инструментов». Юные музыканты со всего Подмосковья и не только демонстрировали свое умение игры на различных ударных инструментах – ксилофоне, колокольчиках, маримбе и многих других. На открытии музыкального марафона, который продолжался 3 дня, побывала и наша съемочная группа. В первом туре открытого фестиваля конкурса приняли участие дети от 7 до 9 лет. Конкурс «Хорошая школа мастерства для молодых исполнителей», сказал Сергей Кошман, приветствуя участников марафона. Даже если пусть наши ребята не станут выдающимися музыкантами, барабанщиками, то совершенно точно в их детстве, в их юности будет удивительное увлечение. Увлечение музыкой, прекрасным и замечательным делом. Фестиваль-конкурс «Парад ударных инструментов» в Ленинском районе проходит уже в 4-й раз. С каждым годом число его участников возрастает. В этом году поступило более 100 заявок. Вот этот конкурс оказался так нужен. Москва просто приезжает не одна школа, а десяток школ. Под Москвой вообще у нас все, кто может, все едут. Но когда Сургут, там, Оренбург, Ростов-на-Дону, у нас уже наши друзья. Первый раз стал участником такого масштабного творческого мероприятия Влад Смолий. Он обучается игре на ударных инструментах в детской школе искусств имени Балакирева в городе Москве. Потом мама захотела, чтобы я занимался на ударных инструментах. Я выступал в школе Балакирева в большом зале. Я играл джазовую пьесу на ксилофоне. Матвей Коротин тоже из Москвы. Он мечтает стать артистом, режиссером, но пока увлечен ударными инструментами. Я занимаюсь ударными уже 4 года. 4-й год, точнее, занимаюсь. 3 года уже вроде бы как бы прозанимался. Мне нравится заниматься ударными, потому что здесь можно выразить свое отношение. Среди участников фестиваля были и воспитанники класса ударных инструментов детской школы искусств города Видное. Когда-то в нем занималось всего 3 человека. Сейчас уже более 40. 6 человек, которые пошли по профессиональному уровню и уже поступают в музыкальное училище. И не только в Московской области, а и в центральной Москвы. Высокопрофессиональное жюри конкурса оценивало не только знания музыкальной грамоты и инструмента, но и умение держаться на сцене. Мы с радостью отмечаем, что количество учащихся растет, мастерство у детей растет, интерес к этому конкурсу повышается. 3 дня состязались в мастерстве участники парада ударных инструментов. Всем ударникам уникального в своем роде фестиваля были вручены дипломы. Компания «Музыкальный арсенал» подготовила и специальные призы для победителей. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.